Но его отца, вот кого мне не хватает сейчас. Его нет больше здесь. Он умер. Оставил меня в одиночестве. Я любил его. Это был единственный в мире человек, который мог делать то, что делаю я. Отвечая на ваш вопрос, если бы у меня была возможность исполнить одно мое желание, то я хотел бы провести некоторое время вместе с отцом. Понимаете, его нет. Он умер. А я бы хотел поговорить с ним. Лучше узнать его. Но когда он был жив, я был всего лишь молодой, сумасшедший рок-н-роллер, как все мы в юности. Thank you.
В 1980 году, 9 лет назад, вы принимали здесь Всемирные Олимпийские игры. Но бывший президент Соединенных Штатов не разрешил нашим парням приехать сюда, чтобы участвовать в том, что и предполагалось. Братство в спорте. Прошло время, и политики взяли на себя ответственность сделать мир немного лучше. Поэтому все мы сейчас здесь. Я не собираюсь, конечно, читать проповеди,
Это не мое дело. Но если вы хотите добиться лучшего мира и начинаете с самих себя, то ничего невозможного уже нет. И я горд, что здесь горит олимпийский огонь. А мы приехали из Америки, чтобы увидеть это. Я горд, что играю на этой сцене перед самой большой аудиторией, когда-либо присутствовавшей на рок-н-ролл-шоу в Москве. Спасибо, Москва! Давайте надеяться, что нам удастся повторить это вновь. И сейчас, после всего, ради нашей дружбы и во имя рок-н-ролла, я спою для вас эту песню. «Кровное братство». I can still remember when I was just a kid. We took friends forever, and what you said was what you did. Well, me and Dan and Bobby got each other's hands. The statue of the promise, all their brothers understand. Your father was my hero, he hit up the highway. He took me stealing cigarettes, father took a rap for me. When you live watches, you see you in the chair. She told you that she loved him, turned us into man. We were so young, once we were in a fourth one. This is your eyes, I did on, and I'm on. We'd be brothers. We'd be brothers.
Yeah.
Bye.